Ролик создан при поддержке канала «Катя Беларусь». Катя расскажет вам про жизнь, про отдых в Беларуси, а также она делает обзоры лучшей белорусской косметики. Катя очень жизнерадостный человек, такая атмосфера у нее на канале. Поэтому обязательно приходите и подписывайтесь на ее канал. В этом ролике мы не будем рассказывать про конкретное место, как делаем обычно. Мы посетили 12 деревень за раз и решили все впихнуть в один ролик. Потратили кучу времени и очень рассчитываем на ваши лайки. В конце ролика небольшой конкурс, поэтому досмотрите до конца. А мы начинаем. Всем Geek Rogers, поехали! Таня, поздравляю тебя с праздником нового 1974 года. Желаю хорошо встретить Новый год и весело провести каникулы. Желаю наилучших успехов в учебе, труде и личной жизни. Дорогие наши мама, бабушка и Катя, поздравляем вас с праздником Великого Октября. Желаем счастья, здоровья, настроения праздничного и всего хорошего. Эти письма по необъяснимым причинам так и не дошли до своего получателя. Нашли мы их в одном из домов деревни Призрака в Витебской области. Когда-то в этой деревне бурлила жизнь, но люди покинули свои дома, а время не пощадило здесь ничего. Я уже молчу про явные следы вандализма. Вот здесь, например, кто-то украл кусок стены. Скорее всего, на растопку печи. Покосившийся забор. В шкафу еще остались кое-какие-то вещи. Хозяева дома покидали его в спешке. Либо же здесь, опять же, орудовали вандалы. Походили, сделали пару фоток и поехали дальше. Кое-где нашу машину встречали подозрительными взглядами. Не удивляйтесь, съемка этого ролика заняла аж двое суток. На второй день погода резко изменилась. Покатавшись по деревням и селам Витебской области, мы решили заехать на озеро. И даже здесь не прогадали с контентом. Посмотрите, это дерево растет прямо из воды. Причем до берега довольно далеко. Напиши в комментариях, если знаешь, где именно находится это озеро. Напиши в комментариях, если знаешь, где именно находится это озеро. Мы сделали остановку в чисто белорусском поле, но без картошки. Но виды здесь, конечно, шикарные. А вот так выглядит вырубка деревьев. Стало как-то грустно за нашу природу. Давайте будем ее беречь. А теперь обещанный конкурс. Эти три письма на красивых конвертах мы разыграем и вышлем по почте авторам трех самых креативных комментариев под этим роликом. А ролик озвучил Рэй. Кстати, народ, все вы знаете и, скорее всего, любите ночные вылазки в различные деревня в поисках призраков. Так вот, наш канал тоже хочет этим заняться. Но нам нужна ваша поддержка. Если есть возможность, скинь пару копеек донатом. А мы за это порадуем вас новыми креативными роликами. Пока!